Знаете, спрошу вопросом, задам, который Никите Сергеевичу Михалкову задавал, который очень любит, как мне кажется, играть таких вот, ну, мерзавцев каких-то, ну, таких, ну, несимпатичных. Вот с удовольствием он это делает. А вот вы же сыграли в «Юмористе», ну, как мне кажется, ну, не самого симпатичного и не самого нравственного человека. Вы понимаете, что для массы зрителей актер и его персонаж очень часто соединяются, что они вот будут воспринимать как вот этого юмориста Борю из этого фильма, или нет? Или я ошибаюсь, и это не работает? Да наверняка для кого-то работает. Я вообще, вот, я не так много в своей жизни сыграл, но там вот есть несколько ролей каких-то таких более-менее. Ну, про юмориста очень много пишут. Про юмориста, там вот обыкновенная история, да, еще чего-то. А мне всегда говорят, это, слушай, ты же сам себя играешь. Вот так вот? Да. Я говорю, ну да, но вот это и это, вы же там вот видели, там три разных работы. Они говорят, ну это же разные люди. Они говорят, да. Но ты в каждой из них играешь сам себя. Ну, во мне и живет малосимпатичный и не очень моральный человек. То есть я в себе такого человека могу найти. Я могу себе представить себя с таким. Вот. И, в общем, покажите мне человека, который никогда не был малосимпатичным и не очень моральным, нравственным человеком. У каждого это есть. Вот. Но при этом это же существует на фоне какого-то там... все равно внутреннего, так сказать, стремления к чему-то, не знаю, поиска какого-то. Поэтому, ну, пусть думают так, всяко, какая разница.